Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара в психиатрической больнице под Новгородом. Все 37 человек, ранее числившиеся пропавшими без вести, погибли. Спасти удалось 23 человека. Одноэтажное здание мужского корпуса психоневрологического интерната в деревне Лука загорелось в ночь с четверга на пятницу. Причину возгорания выясняет следствие. Это далеко не первый случай пожара в психбольницах в России. В результате возгорания клиники в подмосковном Раменском в апреле этого года погибли 38 человек.